Буддийское гостанду Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня вторник, 16 января. И мы начнем сегодняшний день, хорошо, с молитвы Богу. Давайте сейчас обратимся к нашему Господу, помолимся, попросим, чтобы Он нас благословил в этот день. Аминь. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в этой молитве. Новый день начинается, и мы благодарим, мой Господь, Тебя за сегодняшний день. Мы благодарим Тебя за дыхание жизни и за то, что мы смогли встать. Спасибо, мой Бог, Тебе. Каждый день в нашей жизни мы видим Твою заботу, мой Бог, о нас, о нашей семье. Мы за все благодарим. Господь, мы просим, благослови сегодняшний день. Иди, мой Бог, впереди каждого из нас и направь нас. Мы нуждаемся, Господь, в Твоем направлении. Мы нуждаемся, мой Бог, в Твоей помощи. Мы верим, что с Тобою мы все преодолеем, что мы будем побеждать, но без Тебя мы ничего не можем делать. Помоги, мой Бог, нам. Все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, все, что нам нужно сделать, все мы отдаем в Твои святые руки. Господь, поставь Твоих ангелов вокруг нас. Защити, мой Бог, нас, нашу семью, наших друзей. Защити нас от аварии, катастрофы, проклятия, зависти, от злых людей, от всего негативного. Мы отдаем нашу жизнь, нашу семью Тебе и по вере провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным и благословенным для каждого из нас во имя Иисуса Христа. Мой Господь, мы соединяем нашу веру и мы молимся за нашу страну и просим, благослови, Господь, Кыргызстан. Благослови, мой Бог, нашу землю. Да будет, Господь, в нашей стране спасение, защита Твоя и благословение Твое. Мы также молимся за другие страны. Сейчас люди, мой Бог, присоединяются к этой молитве из разных точек этого мира. Я прошу, чтобы Ты их защитил и всю их семью во имя Иисуса Христа. Господь, мы вместе молимся за мир в Израиле, за мир на Ближнем Востоке, за мир между Россией и Украиной. Господь, пусть все эти конфликты прекратятся, да будет мир и защита, мой Бог, Твоя, там, где люди находятся в опасных местах, во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною, Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Аминь! Я верю, что наша молитва была услышана Господом, и что Он уже благословляет каждого из нас во имя
Иисуса Христа. Аминь. Вы верите в это? Да будет так. Давайте сейчас я передам вам слово на сегодняшний день. Давайте вместе будем размышлять над тем, что написано здесь. В книге Исход мы прочитаем 23 главу, 25 стих. Написано: «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Дорогие друзья, Моисей получил от Бога направление и передал его сынам Израиля. Но было одно условие. Обетование было только для тех, кто будет служить Богу. Господь не только восполняет нужды, но и исцеляет от болезни тех, кто Ему служит. И если вы служите Богу, тогда знайте, что у вас есть гарантирование благословения. Они ваши по праву. Это воля Божья. Аминь? Но, как я сказал вам, было одно условие. Да? Очень важно, чтобы мы следовали этим инструкциям, да? Чтобы наша вера была простая, как у ребенка. Знаете, такая вера чистая, она приносит благословение, совершает сверхъестественные чудеса. Искренняя вера – это чистая совесть, она очень важна для Всевышнего. Вы знаете, как Он сам сказал: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Сильно, да или нет? Тогда эта вера угождает Богу. Богу угождает такая хвала младенцев, когда мы показываем Богу веру, как у ребенка, искреннюю, да? Наивную и чистую, мы становимся благословенными. Она чистая, потому что в ней нет места сомнению. Это чистая вера слышит, принимает и верит, потому что знает, что это Слово Божье. Аминь? Тогда подумайте об этом и с этой верой поступайте, потому что сегодняшний день будет успешным для нас. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени. И вы можете присоединяться к нам. Если это слово вам помогло, ставьте лайк, чтобы YouTube предложил эту молитву другим людям. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами. И в ваш комментарий добавьте вот эту фразу: «Я буду следовать инструкциям Слова Божьего, принимая его с чистотой ребенка». Да будет так. Пусть Бог вас благословит. Я напоминаю вам, что сегодня у нас 18:30 онлайн служение за восстановление здоровья. И если вы хотите участвовать вместе с нами, напишите нам на этот номер на WhatsApp, и мы помолимся за вас вместе. 18:30. Будем провозглашать чудо в вашей жизни. Дорогие друзья, пусть Бог вас благословит обильно. Хорошего вам дня. Идем вперед. Храните эту чистую веру. Она принесет плоды в вашу жизнь. Господь мой,